Число погибших из-за взрыва в многоэтажном здании в Бангладеш достигло 19 человек. Еще более 100 пострадали. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются уже вторые сутки. Завалы разбирают спасателям, помогают военные. Напомню, взрыв прогремел в семиэтажном здании на территории рынка столицы Бангладеш накануне. Взрывной волной повреждены два многоэтажных дома. Также сильно пострадал автобус, который стоял на противоположной стороне дороги.